Постарайтесь услышать те принципы, о которых я вам расскажу, как ресурс. О чем говорил Константин Колесников, что может быть ресурсом. Возможно, в этих принципах, которые я использую в своей практике и получаю результаты, это станет ресурсом и для вас, потому что это принципы. Их можно использовать, изобретать свои и вырабатывать свой путь, который приведет к вас к успеху и позволит решить какую-то проблему. Сегодня в рамках Хакатона у нас там несколько проблем по городу, которые надо решить. Здесь вы увидите какие-то мои рецепты, но в основном именно принципы, из которых вы сварите свой рецепт. Мне бы этого хотелось. Итак, я архитектор, я большую часть своей жизни профессиональной посвятил устойчивому развитию, энергоэффективности и для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше, счастливее, благодаря тому, как создаются эти здания. Свои ответы, как архитектор, на вопросы, которые стоят перед современным человечеством, я нашел в концепции Active House, активного дома. И там есть у нас официальное название, активный дом — это активно, но я придумал свое. Это здание, в которых вы живете дольше и счастливее. И сейчас в своей презентации я постараюсь вам доказать, что это именно так. Здесь пару моих проектов, в которых у всех вы увидите такие странные графики, в которых есть цифры. И да, я как архитектор люблю рисовать не только красивые картинки, но еще эту красоту обосновывать в цифрах. И особенность подхода Active House, что вам померили комфорт и уровень вашего здоровья в помещении. Для меня это является основной целью создания любого здания. Все остальное — это лишь средство достижения этой основной цели. Потому что все мы хотим жить дольше и желательно счастливее. Я не буду сегодня рассказывать про свои проекты. Я только один потом в конце приведу как пример. Захотите, посмотрите. Контакты в конце дам, посмотрите на сайтах. Есть пару книг уже в мире выпущенных, там тоже собраны все активные дома по миру. Там есть хорошие кейсы в разной типологии, которые позволят вам решить там проблемы, когда вы проектируете школы, сады, офисы, жилье, все что угодно. Посмотрите, где косяки уже допустили ваши предшественники. Так, идем дальше. Я в 2017 году защитил несколько проектов в Датском техническом университете, получил диплом верификатора и вот, в принципе, так очень сильно, активно развиваю эту тему в Украине, несмотря на то, что я из Беларуси. Вот. Что же такое Active House? Перед вами карта всех международных рейтинговых систем в мире. Рейтинговая система оценивает здания по нескольким параметрам. Не только про энергоэффективность идет речь. Она оценивает именно здоровье. В основном это всегда три сферы. Это уровень благополучия, это well-being называется на английском. Ну, будем говорить, что это здоровье человека внутри здания, его состояние. Это, конечно же, энергоэффективность, сколько ресурсов мы тратим, чтобы достичь этих параметров. И это экология, окружающая среда. То, чем мы дышим, то, как мы загрязняем эту окружающую среду, то, как мы говорили про бычки, про мусор, это решение есть уже в строительном секторе, это все считается в цифрах, это, ну, и налогами просто потом эта проблема утилизируется. Создан такой руководный гид по рейтинговым системам в мире, в котором из того многообразия выбраны те 10 ведущих, среди которых является Active House. Для некоторых архитекторов известны такие рейтинговые системы, как BREEAM, DGNB, Elite. Самые такие, им по 20 лет, они хорошо зарекомендовали себя в Америке, в Германии и в Англии. Но для меня Active House — это самый быстрый и короткий путь, ну, к таким большим рейтинговым системам. Вот это главные три единства, то есть не один параметр, а три сферы, 9 факторов, которые ключевые, на которые надо обращать внимание, когда вы начинаете рисовать ваш проект. Потом ваши коллеги-смежники по отоплению, вентиляции, кондиционированию не исправят ваши косяки. Они просто будут, они решат вопрос, вам будет здесь тепло, вам будет здесь прохладно, вам будет здесь вентиляция работать, но это будет дороже и сложнее. Только архитектор на стадии эскиза может заложить основу, что всем потом жилось легче. И это минимальными средствами можно было реализовать. И активный дом — это не панель солнечная на крышу, как все думают, ой, я повешу себе там фотовольтайку на крышу, он будет вырывать энергию, у меня волшебный домик. Нет, это только баланс, как и все в нашей жизни. Чтобы был хороший продукт, нужен баланс всего. Так,
Поэтому да, про солнечное поле я сказал. Вот это главный инструмент, который пользуется именно архитектор. И это позволяет удобно коммуницировать с коллегами и потом с заказчиком, потому что это есть визуализация, и это есть конкретные цифры, о которых можно говорить в начале, в процессе и в конце, когда здание построено. То есть тему даже можно продолжать дальше про блокчейн, когда вот этот вот радар, параметры активного дома, потом дальше сравнивается с зданием, когда вы его реализовали. То есть у вас есть ответы на вопросы, и вы уверены в качестве вашего жилья, в объективных его параметрах. Их можно сравнивать. Это просто я вам показываю проекты, что типологии, ну, очень разные здания может быть. Это не только жилье, это школы, офисы, детские сады, и, ну, где мы проводим наше время. Когда я говорю про 90%, ну, вот на дискуссионной панели, я не шучу, это научные исследования. Американские, европейские, 90% времени вы проводите в зданиях. Это факт. Вот что бы вы там ни говорили, возможно, кто-то живет за городом, снижается до 80 в лучшем случае, но все равно большую часть жизни мы живем в наших зданиях. Поэтому как мы тут создали вам микроклимат, как это здание на вас влияет эстетически, и именно вот свои микроклиматы, это очень важно. Исследований на эту тему очень много. Так. Идем дальше. Что происходит в Украине? В Украине сейчас создана, ну, хорошая система, она достаточно эффективно работает и показывает результаты за достаточно короткий промежуток времени. То есть есть Альянс активного дома Украины, который вот, ну, делится опытом, вот, показывает, как это возможно, используя европейские достижения, решать проблемы здесь, в Украине, сегодня и сейчас. И решает. Есть Академия активного дома, где архитекторы могут, ну, изменить свою точку зрения. Это не бесконечное обучение, долгое, сложное, дорогое, это всего лишь 2 дня, просто перефокусироваться на то, как можно по-другому, и попробовать. И, скорее всего, что у вас получится, я сейчас результаты учеников покажу. Ну и создаем, есть агентство Active House, где создаются такие дома. Вот. То есть это такая экосистема. Сам альянс создан не так давно, я соглашение с Международным альянсом подписал в Лондоне в марте этого года, там даже немножко небоскреб Фостера стоит, вот, поэтому, но это не то, что какие мы молодцы там альянс, а в том, что мы взяли на себя определенные обязательства по трансляции этих ценностей, про корректную трансляцию этих ценностей. У нас есть одно мероприятие в год, где мы собираемся, делимся опытом, приезжают коллеги там со всего мира. Кто был на Active House Days когда-нибудь? Так, ура, уже есть несколько человек, хорошо. Приходите, будет еще. Запущена Академия активного дома, там можно поучиться, это я уже сказал. И первые студенты были в Китае вообще-то, там как раз я понял, что как это сделать в Украине. То есть, если у меня получилось объяснить с китайцем на английском, то точно получается объяснять. Вам достаточно эффективно. Недавно, вот вообще на прошлой неделе, я только вчера прилетел, прошел курс для профессионалов в Италии по активному дому. Тоже, да, это сложный 8-дневный курс, очень непростой даже для меня, несмотря на то, что часть читал его я. Вот. Нам бы вообще в замке там это все у нас награждение было, то есть Италия — это отдельная страна, и оказывается, они умеют делать не только барокко, рококо. А их действительно, мы посещали инновационные объекты, и это действительно та среда, в которой хочется жить, находиться, а не просто вот красоту создавать. И, кстати, хочу обратить ваше внимание, ну, там вот эта старая архитектура, везде вот эти все красоту. В Италии закон, что когда ты строишь себе дом, минимум 1 киловатт солнечных панелей ты должен повесить себе на крышу. Вот как страна идет к чистой энергии, к возобновляемой. То есть это реальный закон. Все, экосистема. То есть вот задача научить, вот, учитывать вот эти 9 параметров. Архитекторам есть возможность проявить себя в рамках разных мероприятий, там, локальных, национальных, как Active House Days in Ukraine, или международных, у нас каждый год симпозиум проходит. То есть это большая возможность все время быть мотивированным. Потому что когда вы в какой-то системе сами там ковыряетесь, это все-таки нужно сообщество. Оно у вас есть, как в Украине, так и, ну, в мире. Первые студенты, которые вот в августе 2018 года вышла первая группа, за год 110 человек прошли обучение,
Мы на международную арену подали 7 украинских проектов, 2 проекта вышли в шорт-лист в 2018 году, один проект получил спецприз. Перед вами это целая выставка, которая сейчас висит во Львовской ратуше. Это проекты, подготовленные украинцами уже после прохождения обучения, и в рамках Active House Days мы организовали конкурс. Гран-при конкурса была поездка в Париж для дальнейшего развития в этой области, и мы уже, победители уже туда скатались. 4 проекта вот эти вышли в номинацию в международном конкурсе в Каданке. Я к чему это рассказываю? Что это просто быстро и эффективно. То есть это действительно не rocket technologies, как уже сегодня говорили. Было бы желание и просто желание по-другому посмотреть на проблему. И точно ее можно будет решить. Так, это украинский наш проект. И только... и мы концентрируемся на качестве, а не на количестве. И только 100 человек в год проходит обучение. Больше возможностей нет. И вот есть желание вложиться в эту вот сотню. Прошлый год это показал, что это очень эффективно. Так, ближайший курс у нас в ноябре будет, то есть где-то это будет 5 групп в течение года 19-20 по обучению активного дома. Архитектор, кто хотите, можете присоединяться. Сейчас быстро я пролистаю кейсы, чтобы, как Инстаграм, что-то так лету, чтобы у вас просто в фоновом режиме остались образы, какая-то архитектура активного дома. Потому что она разная, и разные типологии. Но там они разные именно потому, что решается проблема. Не потому, что архитектор так видит, а потому, что то, как я говорил на дискуссионной панели, сначала идет исследование, как наилучшим образом решить эту проблему. А проблема у нас в здании всегда три. Действительно, как нам жить здесь лучше, чтобы у нас был определенный микроклимат. Я вам сейчас расскажу, какой у нас микроклимат. Какими минимальными средствами это достигнуть и как безопасно воздействовать на окружающую среду. Потому что уже среда на нас начинает воздействовать, что нам не то, что здесь дышать нечем, нам уже там за бортом дышать нечем. Из-за того, что мы столько всего понастроили и столько топлива, углеводородов спалили. Идея, кстати, Active House была хороша, потому что было много пилотных проектов построено. Это к чему я подталкиваю хакатон, чтобы, возможно, нужно сделать шаг вперед и сделать какой-то пилот в каком-то городе, масштабно, чтобы увидеть, как это работает. Потому что это работает. В Украине мы это уже построили, показали, и в течение 3 лет мониторинга доказали, что это так и есть. Это один из моих любимых проектов. Сейчас о нем расскажу. Это просто мы пробежимся по Австрии, Дании, по жилью, по всем этим прекрасным пространствам. В большинстве из этих проектов я был, смотрел, что там не так, но в основном там все хорошо. Все они имеют радар, это разная типология, и новое жилье, и реконструкция. Все настроено на том, чтобы вам оптимально жилось внутри. Это учебный корпус в Дании, в университете. В таких пространствах совсем по-другому учиться, не потому что оно необычное, потому что оно правильно влияет на ваше здоровье. Там всегда много света, там всегда оптимальная температура, микроклимат, и там всегда качественный воздух, чистый. И минимальные средства для всего этого достижения. Реконструкция фабрики в Дании тоже, по-моему. Детский сад, в нем я тоже лично был. Это детишкам тут точно хорошо живется и спится, и развиваться точно. Один из лучших жилых домов клубного типа в Италии. Там отдельные вообще экскурсии мы вводим. И был необычный как раз такой случай, который доказал, насколько универсальная технология, потому что в том году я там был симпозиум активного дома итальянский, и была англоязычная группа. И было очень много людей, что меня мои коллеги итальянские попросили для англоязычной группы провести экскурсию. Мне надо было 20 минут, чтобы пройти по зданию, позадавать вопросы, я смог корректно протранслировать ценности Active House и рассказать обо всем этом. Потому что это очень универсальная система. Так. И вот один из моих любимых зданий, который приведет вас сейчас к заданию по хакатону. Я так сложно выстроил. Это отель на острове Борнхольм в Дании. Там у нас проходил 5-й симпозиум активного дома, где как раз я получил награду за украинский проект, который был признан первым активным домом в Украине. Он имеет 2 сертификации Active House и DGNB.
международные рейтинговые. Этот остров, оказывается, находится вот здесь, я даже тогда не знал, в Балтийском море. Обращаю внимание, что вот это все остекление – это север. Ну, чтобы вас мифы немножко рушили, что «Ой, этот энергоэффективный дом – это кубик с огромным окном на юг, и все». Нет. В первую очередь, этот человек тут важен, и важно, чтобы ему там было светло, как минимум. Посмотрите, сколько окон в крыше, тоже миф, что «Ой-ой-ой, теплопотери через крышу, как это все плохо». Нет. Если вы умеете это балансировать, это только хорошо. И не раз это доказано, это доказывается на расчетах просто в момент, и особенно, ну, там нужна специальная подготовка, но это все лечится. Все, мы идем к чему? Мы идем к замерам, к освещенности в холле. 633 люкс — это просто, это уровень освещенности на рабочей плоскости, вообще, которая прописана в наших нормативах. Для школы, это все, что будет вот в школу на парте, должно быть не менее 300 люкс. Тут в холле 633. Как это можно применить вам на хакатоне? Вообще особо никак. Потому что мы с Алисой общались, но мы нет возможности пока вам выдать задание, и города пока не в состоянии взять такой масштабный проект, потому что вам реально надо придумать здание, его построить. Но, возможно, сейчас вы в каких-то своих заданиях это предусмотрите, и этот проект все-таки родится масштабный для следующих хакатонов. Поэтому, почему я говорю, посмотрите немного шире на ваше задание в хакатоне. Возможно, увидите там возможности и для рождения хорошего продукта. Особенность в чем? Где все-таки вы можете применить? Мы находились вот в этом большом зале, на этом острове, и провели здесь 2 дня, и ничуть не устали. Потому что мы находились при естественном свете. То есть это вот все мансардные окна, где есть свет. Сейчас мы сидим вот в тени. Это плохо, потому что солнечный свет, ну, естественный свет, он правильно гармонизирует наши биоритмы, точнее гормоны. Мелатонин и кортизол. Кортизол нам нужен как раз вот для... Он нам дает его свет, и мы просыпаемся бодро, там бежим убивать, как 1000 лет назад мамонта, возвращаемся домой, засыпаем. Потому что уже выработался мелатонин. Поэтому в таких пространствах очень супер. Здесь я вам рекомендую, когда есть перерыв, все-таки идите к окну, там попейте кофе, посмотрите, напитайтесь всем этим. Потому что у нас по качеству воздуха в помещении тут все очень даже неплохо. Вентиляция нормально молотит. Это, кстати, одно из немногих мест в Киеве, где можно провести мероприятие, не задыхаться. Я это к чему, что вот те радары, что я вам показывал в начале, которые мониторят здание, мы наблюдали за ним онлайн. То есть вот тот радар, те 9 параметров по комфорту проживания, энергоэффективности, воздействия на окружающую среду, измерялись онлайн. И там просто стоит датчик, который все это меряет. Ну, примерно вот как здесь у нас стоит, я вам про его параметры еще расскажу. И мы понимали, в каком пространстве мы находимся. Это к тому, что те задания, которые у вас в хакатоне, обратите внимание, там много есть на мониторинг, что-то там мониторить. Возможно, в этом вы увидите, как это мониторит на самом деле эффективно. Девайсов множество, которые могут быть. Я вам принес один, кстати, один из белорусских стартапов. Это такой эко-куб, он, кстати, на солнечных панелях, то есть он наружу работает без зарядки, и он меряет 10 параметров. И сейчас он измеряет качество воздуха. Мы вдыхаем 25 литров кислорода в час, а выдыхаем 20 литров CO2. Постепенно оно растет, и когда оно превышает 1000 ppm, вы уже не воспринимаете, что я вам говорю. Но пока там 800, поэтому еще можно рассчитывать, что до вас, ну, как бы, дойдет суть моей презентации. Так, идем дальше. Школы. К сожалению, пока в хакатонах про школы у нас не было, но я вам приведу одно просто исследование и просто Германию. Что творится в школах на уроках? Делался проект, я шел по алгоритму активного дома, и вот из такого жилья мы сделали такое. Мы с этой семьей, я дружу, я иногда даже ночую в этом доме, и у меня есть возможность доступа к тем параметрам, которые я вам говорю. То есть я их постепенно контролирую. И там действительно живется хорошо. То есть вот по вентиляции, по всему. Подход везде одинаковый. Сколько энергии мы тратим. То есть мы же все знаем, сколько в машину надо залить литров топлива. Почему мы не знаем, сколько в дом надо залить литров топлива, чтобы он прошел весь год? На отопление, охлаждение, горячую воду.
И дело не в том, что, как сейчас в Украине, да, энергетический сертификат. Не в цель в том, чтобы получить класс там А, а в цель, чтобы 15 раз посчитать энергетический сертификат на стадии проекта и найти оптимальное решение для вас. В методике, в процессе задачи, а не в конечном результате. Освещенность. Все это считается. Вырабатывает оптимальное решение, где запустить максимально этого количества света. Например, детское. То есть это вот расчеты, вот это результат. И доказать любое решение можно цифрами. Потому что, как уже звучала презентация Евгения, да, которая с Максимом выступала, что когда у вас есть дата, цифра, да с ней сложно спорить. Ну, то есть архитектор может сказать, я так вижу. Ну, и клиент соответствующий может на это отреагировать, как увидит он. А когда есть цифра подтвержденная, это другой разговор, потому что он очень четкий. Например, здесь я анализировал, что освещенности в детской не хватит, если будет только одно окно. Даже два окна будет недостаточно. И только зенитный фонарь, который стоят в кампусе Фейсбука такие же, решает проблему освещенности равномерно в детской комнате. Что ладно мы, организмы наши уже, ну, дети, это очень важно. Школа, детские сады. Похожие картинки мы можем наблюдать в наших дворах, но это не Киев, это не Беларусь, это Словения, и это наши мансардные этажи. То есть вот здесь вот хрущевочка, там, ну не хрущевочка, пятиэтажка тоже с плоской крышей, здесь мансард. Вот потенциал. Возможно, такого оживления городов, ну вот небольших, потому что, понимаете, чем я люблю вот застройки из пятиэтажек, хотя их очень часто критикуют? Там сложившаяся среда. Вот не везде, не все, не бетонные, но кирпичные сталинки, когда у вас во дворе уже выросли вот эти деревья, это ценная среда, у которой есть вот этот потенциал. И там вот, вот в этом вот надстройке этажа полноценно можно реализовать все эти идеи освещенности, комфорта, энергоэффективности. Это, ну, эти слайды не для вас, это слайды для представителей мэрии, которые вот тут должны были сидеть. Вот. И да, мир меняется. Возможно, такие решения вы придумаете. Возможно, вы придумаете эти решения лучше. Я к этому вас подталкиваю. Резюме. 40% энергии потребляют здания. Это наша проблема и наша ответственность сегодня. Что мы создаем? К 30-му году нам надо две планеты Земля, потому что уже так замусорить, как мы замусорили Землю, ну, невозможно, это возвращаясь к вопросу о мусоре. И именно строительный сектор за это виновен. Скорее всего, полетим на Марс и все там загадим. Ну, скорее всего. Но, возможно, мы все-таки одумаемся и найдем решение здесь. Здесь не буду... Что у нас со временем? Все время закончилось. Загадку расскажу, кто потом спросит, про то, как эту проблему надо решать сейчас, потому что она растет по экспоненте. И это инструмент. В строительном секторе реально это инструмент, который эти проблемы решит. И желательно, чтобы на наших заборах, ну вот, как минимум, радар активного дома, энергетический сертификат висели. Потому что создавая такие здания, вы решаете, вот у нас глобально 17 целей устойчивого развития, о которых говорит всех, весь мир. Создавая такие здания, вы решаете половину. Вот половина проблем сразу решает. Сейчас вышел, все. Последнее напутствие от Бакминстера Фуллера, что надо делать больше, используя меньше ресурсов, потому что ресурсов просто нет. Надо увидеть в том, что есть. Свое видение я вам показал. И в том, что... А, вы отключаете эту штуку еще? Все, закончилось. Жаль. Было следующий слайд, там большая красивая надпись «Сустейнизм». Это к тому, что мы выходим в новую эпоху. Нет, это он не хочет просто уже. Короче, у нас новая эпоха, действительно, наши принципы, парадигма общества изменилась. И вот если модернизм был у нас, постмодернизм, куда мы сегодня пришли? Мы пришли в эпоху состоянизма. Поэтому начинайте с себя. Ваш пример будет самым лучшим, ваши проекты будут самыми лучшими, потому что вы показываете, что вы разделяете эти ценности. Тогда вам клиенты, заказчик или вот города вам поверят и примет ваш проект. Поэтому я вам желаю успеха. Ищите этот ресурс в себе. Все, благодарю.